На весенней пленарной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы проведут срочные дебаты с участием первой леди Украины Елены Зеленской. Там будут говорить о принудительном вывозе украинских детей в Россию или на другие территории Украины, которые сейчас временно находятся под оккупацией. Среди других тем для обсуждения – выполнение решений Европейского суда по правам человека, а также защита демократии, прав и окружающей среды в международной торговле. Сессия парламентской ассамблеи будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 апреля. Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот с международной повестки хотели начать наш разговор. Американская разведка считает, что Китай согласился поставлять вооружение российским военным. Вот об этом сообщает «Вашингтон-Пост», и ссылаясь на попавшие в сеть документы Пентагона. И вот по данным журналистов, Китай хотел сохранить эти поставки в секрете, и для этого якобы собирались замаскировать оружие под товары гражданского назначения. Мы все помним, да, как власти США предупреждали Пекин не раз о последствиях такого шага. Как вы думаете, как теперь может развиваться ситуация? И вообще, можно ли в наше время, да, учитывая технологии, учитывая, как работает разведка, как-то замаскировать оружие и вот так его вывести? Ну, в принципе, возможности такие у Китая есть. Да, не напрямую, например, действуя. Вот, предположим, поставлять компоненты для производства тех же шахедов Ирану, например. Но это же, конечно, тоже можно будет выявить, но только после того, как эти шахеды попадут в руки украинских воинов. Дальше. У них есть дружественные страны, которые согласятся на это, быть транзитной страной. Ну, например, Северная Корея. У них есть общая граница и с Китаем, и есть общая граница с Россией. Корее, в принципе, уже и так все равно, они и так уже находятся под жесткими санкциями, уже, не знаю, наверное, лет так уже 50 либо 70, да, вот, то есть при большом желании, они могли бы это сделать, но сегодня вот буквально было заявление МИДа Китая, что они не будут поставлять ни одной из сторон оружие и так далее. Это означает, я думаю, что это как раз вот реакция на то, что на слив этих данных, который говорит о том, что Китай все-таки бы не хотел сильно светиться в этих делах, поскольку это санкции против Китая, это бегство капитала, и это может обрушить экономику Китая раньше, чем они, в принципе, собираются идти на конфликт с Западом. То, что они будут идти на конфликт с Западом, это точно. Давайте тут без иллюзий. Я думаю, что военное столкновение с Китаем уже предопределено, вопрос во времени. Но пока я думаю, что они считают, что еще рано в это играться. И пока, ну, посмотрим. Тут только можно выявить, если оно появится на поле боя. Маркировка, вот многие вещи, они, в принципе, можно отследить. Но, опять же, как вы правильно говорите, в принципе, современный мир, он значительно прозрачнее, чем это было 30-40 лет или 50 лет назад. Вот. Но такие возможности, конечно же, есть, если они сильно захотят постараться. Но захотят ли они постараться, и вопрос, ради чего? Вот ради чего? То есть у Китая четко есть и понятная все-таки концепция того, что, а что они из этого получают. Да, теоретически при поражении Украины они получают возможность открытого конфликта уже вокруг Тайваня, о чем, кстати, премьер-министр Польши Мазовецкий вот недавно предупреждал Соединенные Штаты Америки. Так, оно есть, этот вариант существует. Но вопрос, как бы риски слишком большие, вопрос, а зачем? Лучше они подготовятся лучше к возможному конфликту с Китаем, а для этого им нужно, точнее, с западным миром, для этого им нужно безопасные источники поставок нефти и газа по суше из Российской Федерации, потому что в случае конфликта, серьезного конфликта с Соединенными Штатами Америки, у них возникнут проблемы с поставками углеводородов по морю. Это понятно, потому что флот
Китай значительно слабее Соединенных Штатов Америки, тем более, что американцам будут помогать флоты Японии, того же Тайваня, Филиппин, Южной Кореи, Австралии, то есть тех стран, из которых США собираются строить коалицию против Китая. Знаете, вот с одной стороны, да, Китай говорит, что не намерен поставлять оружие ни одному из участников войны в Украине. С другой стороны, сегодня вот появилось сообщение, что министр обороны Китая Ли Шаньфу с 16 по 19 апреля посетит с официальным визитом Россию. Вот его Шойгу пригласил, да, и он там проведет и переговоры с кремлевским руководством, и посетит военные академии. Я хочу напомнить, что именно этот чиновник за сотрудничество с РФ уже попал под санкции США. Да, вот чего можно ожидать вот от этого визита? Зачем такое нагнетание? Ну, это нагнетание. У Китая он может преследовать. Конечно же, это демонстрация Соединенным Штатам Америки, что Америка им не указ. Это понятно. Это их внешнеполитическая позиция. Вот. Но будет ли обсуждаться вопрос военной помощи России, это пока еще открытый вопрос. Китаю интересно получение еще тех технологий от России, у которой России есть, у Китая пока нет, в том числе военные. Насколько мне известно, там вопрос есть по подводным лодкам, которые не хотели бы получить технологии, авиадвигателям в том числе. Вот китайцы же не зря так охотились за нашим моторсичью, потому что им интересно получение технологий, которые позволят им усилить их мощь военную. И я думаю, один из главных вопросов это будет как раз вот выкачка тех технологий, которые Китай еще пока не может воспроизвести. Вот. Возможно, какое-то сотрудничество в космосе в том числе. Вот то, что вот незаметно. Ну, например, доступ к китайским спутникам, потому что у россиян проблема с этим, с разведкой, а это сложно как-то отследить, проследить разведку. Вот это вот я не исключаю, они могут предоставлять какие-то услуги. Но будет ли это открытым? Ну, я пока считаю, что вероятность такая существует, но она небольшая, потому что рисковать в нынешнем положении, когда Запад консолидирован, Запад разворачивается, военная промышленность, Япония разворачивает свою военную промышленность, Южная Корея, США в том числе, поэтому идет накачка оружием того же Тайваня. Будет ли Китай сейчас вот так вот сильно рисковать? Ну, пока под вопросом. Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Вот об этом сообщают адвокаты, которые вот как раз работают с российскими клиентами. И вот они утверждают, что банки вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них как раз швейцарских властей. И всего в стране могут находиться российские активы на сумму более 200 миллиардов долларов. Да? Огромные суммы. И вот такая новость для россиян. Как вы считаете, вот утаить, что ты платишь деньги в российский бюджет, ну а значит спонсируешь войну, не получится ведь? Ну, смотрите, финансовый мир, он достаточно запутанный. То есть спрос рождает предложение. Тут вопрос транзакционных затрат. То есть есть же очень много, в принципе, финансовых инструментов, которые позволяют все-таки прятать какие-то вещи, в том числе платишь ли ты деньги непосредственно в российский бюджет, запутать по бенефициарам через сеть офшоров, взаимным обменом активов через разные инвестиционные фонды. То есть есть компании, которые предоставляют такие услуги. И тут же вопрос касаемо предупредили, не предупредили. Могли предупредить, а могли и не заметить, сделать вид, что не заметить. Может перейти в другие банки. Ну, например, Австрия, ну, предоставляла такие услуги вот россиянам, но является фактически таким финансовый центр постсоветского пространства, на котором они тоже активно зарабатывают деньги. Если в Швейцарии не получится, то можно сделать там, через Австрию, либо через другие банки других стран для того, чтобы тебя просто не было видно. Через ту же Турцию, через те же Арабские Эмираты.
через другие финансовые центры. То есть мир глобален, и говорить о том, что это получит вот такой немедленный эффект, ну, я бы пока осторожно об этом говорил. Но то, что начали, это уже тоже хорошо. То есть Запад сейчас идет уже по второму кругу, то, что называется вторичных санкций, они отсматривают, какие схемы россияне применяют для уклонения от налогов, оплаты серого экспорта, который идет из Российской Федерации, оплата серого импорта, и постепенно закрывают эти лазейки. И вот в новом 11-м пакете как раз там очень много таких будет именно вторичных санкций, о которых вы сказали. Вот президент Бразилии Лула да Сильва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в пользу их национальных валют. Это заявление прозвучало в Шанхае, в новом банке развития, созданного участниками БРИКС. И я хочу напомнить, что в марте Бразилия и Китай, вот они заключили уже такое новое торговое соглашение, в котором решили отказаться от доллара США в совместных операциях. И вот теперь такое заявление. Как вам оно? Ну, это давняя мечта Китая для того, чтобы стать резервной валютой. Но пока, ну, не получается. Не получается, потому что и доллар является основной валютой в этом, в расчетах. Евро, даже тот же английский фунт, швейцарский франк, иена. Почему предпочитают эти валюты? Потому что там более-менее прозрачно и более-менее понятно, как происходят расчеты. Да? По ним можно спрогнозировать, какой будет курс и как это все будет происходить. А могут же возникнуть разные ситуации. Вот, например, я помню историю, когда вот, по-моему, в Блумберге об этом писалось, что индусы, например, заставляют русских тоже торговать в рупиях, они-то за рупии продают свои товары, но конвертировать и сделать это с рупиями дальше уже становится большой вопрос, потому что Центральный банк Индии, например, запрещает прямые торги рупии на московских биржах. И что ты с этим будешь делать, да? Вот. И с юанем тоже могут возникнуть очень нюансов. То есть Китай-то может тоже продавать за юани, например, но что ты дальше будешь делать с юанями? А кто, какие страны будут принимать эти юани? Это значит, что ты можешь торговать только с Китаем. А тут станет еще вопрос, а будет ли Китай полностью принимать по такой же цене, например, юани, да, для того, чтобы на своих сделках внешнеэкономических. Поэтому, конечно же, это есть желание, но пока я не вижу предпосылок говорить о том, что это увенчается успехом, тем более, что Бразилия имеет тоже и торговые отношения с Соединенными Штатами активные, со многими странами, а все остальные страны будут достаточно скептически относиться к тому, что, например, Бразилия захочет торговать с кем-то юанями. Ну, может быть, где-то частично оно будет применяться, небольшие объемы для резервирования будут закупаться, но я пока не вижу, что Китай подтвердить юань как резервную валюту. Потому что, опять же, очень много вопросов по прозрачности, по возможности свободному перетоку и конвертации юаня в другие валюты. То есть там очень много нюансов, которые могут всплыть, когда ты продашь товар за юани, получишь юани, как вот с Индией может быть, а потом, а что ты будешь с этим делать? Потому что там у Китая там интересная позиция по многим вещам. Северная Корея испытала новую межконтинентальную ракету «Хвасон-18». И вот во время этого испытания жителям японского острова Хоккайдо пришли оповещения об эвакуации. И, кажется, такое уже было. Это не первый раз, да? Ким Чен Ын заявил, что эта ракета будет наводить на врагов беспокойство и ужас. Насколько серьезны, да, вот угрозы еще и с этой стороны, от Северной Кореи? Ну, смотрите, Северная Корея периодически раз в год пугает всех апокалипсисом. Это у них, знаете, такая политика. Для того, чтобы там им дали продовольствие, с которым у них есть проблемы. То есть либо мы тут сходим с ума, показываем, какие мы сумасшедшие, либо вы нам даете
продовольствие, например, там, да, какую-то позицию. Они могут играть в том числе на стороне Китая, играть свою собственную игру. Вот. Ну, пока говорить о том, что они это угрозы, пока во что-то реализуется вот такое реальное, ну, пока не о чем пока говорить. Но я не исключаю, что, конечно, в будущем такие возможности у корейского руководства появится, но это очень так, знаете, опасно для них, потому что можно нарваться уже на военный ответ тех же Соединенных Штатов Америки, союзником которой является Япония. Для Японии это может быть дополнительным аргументом в переговорах с Соединенными Штатами о том, чтобы дали им разрешение на создание ядерного оружия. У Японии есть технологическая база, для этого они могут достаточно быстро это сделать и активно лоббируют вопрос о создании ядерного оружия, это Южная Корея в том числе. Поэтому я думаю, что никаких особых результатов они тут не достигнут, разве что напомнят о себе. А вот последствия могут быть достаточно печальными как для Южной Кореи, так и для Китая. На этой неделе Госдума приняла закон о рассылке повесток через ресурс госуслуги. Вот Совет Федерации уже проголосовал за. Вчера все отправили уже на подпись Путину. Как вы полагаете, да, что дальше за этим последует? Вот очередная такая масштабная волна мобилизации. И что делать тем, кто не хочет идти на убой? Да, ведь скоро, наверное, из страны не выйдешь. А всех гражданских прав, ну, в стране, по сути, тебя лишают. Ну, там не просто, они же сразу там, когда ты получаешь, сразу блокируется выезд за границу, тебя ограничивают в купле-продаже недвижимости, получении ограничения пользования автомобилем, могут арестовать счета, то есть фактически это уже такое крепостное право. Вот, и тут вопрос, как на это прореагируют, конечно, россияне, потому что, судя по тому, какие жесткие законы вводятся, в том числе относительно военной цензуры, в том, что они уже говорят открыто о снятии моратории на применение смертной казни. Это говорит о том, что все-таки недовольство россиян вот этим мобилизацией войной, оно есть. И власть это чувствует и отвечает на это еще повышением градуса репрессий для того, чтобы подавить любые возможные очаги сопротивления, а не оставить людям вообще никакого выбора. Вот. Ну, по сути, когда вот сейчас там те, кто хочет убежать, даже за границу уже невозможно будет убежать. Единственное, что либо уходить в криминал, например, да, создавать банды, которые не будут никак контролироваться государством, либо, не знаю, там, бежать в тайгу, где тебя никто достать не сможет и вообще никто не найдет. Ну, знаете, была информация, что многие пытались даже там аккаунт удалить этот в госуслугах, а он не удаляется. А это было, это как раз вот три недели назад было сообщение о том, что они хотят запретить вообще удаление аккаунта. Вот, но позже якобы это отменили, этот запрет. Но в России рынок отлично на это среагировал. Появилось очень много объявлений о том, что они готовы посодействовать удалению аккаунта из госуслуг. Поэтому посмотрим. То есть какое-то пассивное сопротивление все равно существует. Вот. Те, кто вот эти сумасшедшие, которые готовы были идти воевать, они уже пошли и нашли свою смерть в украинской земле. Вот. А теперь остаются вот эти подневольные, которые не горят большим желанием идти на войну. Вот многие эксперты в нашем вчерашнем эфире предрекали, что мобилизация, скорее всего, перекинется на большие города. И сегодня в буквальном смысле, последний шанс уехать из страны, пока вот этот железный занавес действительно не опустился окончательно. Дальше два варианта – смерть в чужой стране или тюрьма. Другого выхода просто не будет. Вы согласны с такими выводами? И даже в тюрьме тебя все равно может рекрутировать Вагнер. Да, и даже Минобороны. Говорят, что даже насильно, да? Да, это традиционная тактика россиян. То есть ничего в России не поменялось за последние 100 лет. Те же заградотряды,
которые придумали большевики. Они придумали это, кстати, не при Сталине. Это еще заградотряды придумал еще Троцкий во время гражданской войны. То есть его формула, она звучала каким образом? Боец должен иметь гарантированную смерть в тылу или возможную смерть на фронте. То есть или-или, тут по-другому не получается. Он еще занимался, дайте Бог памяти вспомнить, дефамация, по-моему, называлась, когда расстреливали каждого десятого. Ну, в том числе, они же, я же говорю, заградотряды это придумал Троцкий, потому что он же занимался Красной армией, железной дисциплиной, вот такой зверской. Они смогли собрать Красную армию и, в конце концов, благодаря запредельному уровню жестокости выиграть гражданскую войну. Вот то же самое пытается как-то реализовать российское государство. Но проблема в том, что у большевиков, по крайней мере, была привлекательная идеология и какая-то картинка будущего. То есть вот мы поубиваем врагов, контру и всех остальных и построим счастливое будущее. И молодежь сильно же поддерживала большевиков и новое поколение. А в России же наоборот. В России же в основном войну поддерживают люди, которые жили в Советском Союзе, пенсионного возраста. Которым воевать не приходится. Да, которые воевать и не будут. А вот когда ты идешь по раскладке, по возрасту, чем дальше, тем ты больше понимаешь, что эти люди, в принципе, уже и не хотят особо воевать. Поэтому этот вопрос такой достаточно открытый. Соответственно, российское государство поэтому стимулирует все способы привлечения военнослужащих, в том числе активно поддерживают написание доносов, да, они уже возвращаются к этой практике. Ну и как следующий этап, я не исключаю, что они очень скоро вернутся к практике смертной казни. Вот это абсолютно в их логике для того, чтобы фактически узаконить уже, например, расстрелы на месте. Не, ну неформально на фронте, неформально эти смертные казни у них существуют, да? Да, так они это и делают, но это тоже на грани закона все-таки. Там все-таки, если сильно захотеть, тоже есть компромат на тебя. Тебя все-таки даже по тем зверским законам Российской Федерации, которые у них есть, все равно можно посадить. А так это будет просто легализировано. Они же там постоянно говорят про СМЕРШ, про заградотряды, про реинкарнацию приказа Сталина «ни шагу назад». Вот, поэтому я не исключаю, что не пойдут по такой матрице. Расстрелян по законам военного времени, как говорили. Да, там же сталинская армия еще ж брала заложников. Об этом же тоже не будем забывать. Семьи тех, кто сдался в плен, тот, кто признан врагом народа, они лишались, например, продовольственных карточек. То есть это фактически заложников брали семьи. А что такое без продовольственных карточек? Это да, обрекали на голодную смерть. Поэтому я думаю, что россияне пойдут по такому пути, другого выбора у них нет. Но российское руководство чувствует, что все-таки глухое сопротивление есть. Возникает уже вопрос, а куда делась первая волна мобилизации, которая прошла? 300 тысяч, да. Да, а где? Ну там от 100 до 200 тысяч было. Все-таки слухи расходятся. По России был вот опрос в России, где запрашивали о том, что как вы там к войне и все остальное. У кого-то уже знакомые умерли, у кого-то где-то воюют, кто-то уже вернулся калекой. То есть настроения россиян не такие радужные, как бы хотела российская власть. Ну и вот о настроениях. Большинство представителей российской элиты понимают, что Россия не сможет победить в войне против Украины, но все еще верят в возможность выйти на ничью. Вот об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Как вам такой поворот? Ну да, ну как ничью? Они хотят так, то, что в принципе до этого говорилось. Мы оставляем за собой часть оккупированной территории, вот, и расходимся якобы на боевую ничью. Но это никакая не боевая ничья, это способ перегруппировки войск для того, чтобы с новыми силами и с новых позиций напасть на Украину. То есть это не более чем их рассказы. Они будут драться до конца, даже эта элита, которая понимает, они же не хотят отвечать за преступления. Поэтому вот
Помните разговор этого Пригожина, который продюсер, и Ахмедова? Там же был вот интересный пассаж, что все равно надо выигрывать, потому что у них боязнь ответственности, они не хотят отвечать за преступления. И поэтому, я думаю, российская элита все равно понимает, что им нужно идти до конца разными способами, обманув Украину, обманув Запад о том, что они поменялись. То есть они будут делать все для того, чтобы победить. Тут без иллюзий. Не хотят отвечать за преступления, плюс не хотят терять свои счета в банках, недвижимость. Они там уже многое потеряли. Опять же, вот ссылаясь на этот разговор, можно слышать, как возмущался этот олигарх, что счета заблокированы, теперь приходится ходить везде с наличкой. Да? Причем блокируются активы, они не могут ими пользоваться, как вот история с его яхтой, которую ему не дают возможности ей пользоваться, но при этом счета на содержание постоянно и системно присылают. Еще хотели один вопрос вам задать, успеваем. Вот вчера возле машинного зала 4-го энергоблока, оккупированной Запорожской атомной электростанции, взорвалась российская мина, да? И вот при этом оккупанты старались скрыть этот факт, ну, в первую очередь от миссии МАГАТЭ, которая там работает. Ну, россияне вот сделали еще один такой страшный шаг навстречу катастрофе. Что нужно сделать всему миру, да, чтобы этого не допустить? Ну, а Гросси сказал, да, что мы вот все живем теперь в долг. Ну, слушайте, Гросси как бы занимался своим непосредственным делом, а не сидел и рассказывал сказки. МАГАТЭ давно могла предпринять действия для того, чтобы наложить мораторий на введение в действие новых атомных станций и блоков, которые Россия строит по всему миру. Вот, это они могли, это вполне по силам МАГАТЭ. Но поскольку это подразделение ООН, это еще раз показывает, насколько импотентны все эти международные организации. Там действия уже пошли. Действия по Росатому в первую очередь. Вот буквально позавчера были введены санкции против дочерних предприятий. Но формулировка там немного другая. Она была связана с тем, что американцы обнаружили, что россияне получили доступ к тем технологиям, которым они не должны были получать. Почему? Потому что на Запорожской АЭС 4 блока из 6 были модернизированы для того, чтобы они могли использовать американское топливо, Вестингхаус. Вот. А это нарушение экспортного законодательства Соединенных Штатов Америки, они начали уже давить на Росатом, что очень хорошо. То есть Росатом уже начинают обрубать руки, давят на них, и возможно, что это может привести вообще к отказу от услуг Росатома, но на это нужно, конечно, какое-то время, потому что отказаться от России как производителя пока еще очень сложно. Спасибо вам огромное. Спасибо, Тарас, за эту интересную и содержательную беседу. А я напомню нашим зрителям, Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, был в нашем эфире. Всегда рады видеть. Спасибо.